Приготовились? Начали. Сгибаем обе ноги плавно, потихоньку. Начиная со здоровой ноги. В моем случае это будет правая. Подтягиваем к себе правую ногу. Левой рукой хватаем за пятку и потихоньку тянем к себе. Правой рукой отталкиваем колено. Почувствуйте, как растягивается мышца. Держим 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если тяжело, если не получается, колено не сильно сгибая, просто забрасываем ногу и держим также 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ногу. Подтягиваем к себе аккуратно. Поворачиваем. Та амплитуда, на которой получается. Схватили правой рукой стопу. Левой отталкиваем. 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Если не получается, колени чуть-чуть подвыпрямили. И помогая можно рукой, можно не помогая, колено вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выпрямили ноги. Сгибаем правую ногу. Поставим сверху на левую. Левой рукой схватили и тянем вверх. Вверх и к плечу. Немножко раз. Двигаем ногой, ловим ягодичную мышцу. Правая рука в сторону. Поддержим 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пытаясь вернуть ногу назад, рукой левой сопротивляемся. Держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И расслабили, немножко подержали. Сделали здоровой стороной, меняем плавно потихоньку пораженную. Ставим на правую ногу, правой рукой схватили колено и потихоньку тянем. Левую руку в сторону отбросили и тихонечко ищем, ловим мышцу зажатую. Поймали, держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Пытаемся вернуть ногу назад, рукой сопротивляемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И расслабляем, маленько поддержим, пошевелим. Отпустили. Для дальнейшего занятия нам понадобится колючий мяч. Вот такой вот. Для следующего упражнения нам понадобится колючий мяч. Аккуратненько. Можно использовать простой теннис. Взяли и потихоньку прокатываем мышцы. Катать можно не дольше 5 минут. Если тяжело ложиться на спину, можно сделать это у стенки. Для следующего упражнения нам нужно повернуться на живот. Сгибаем правую ногу, не разгибая ноги, 10 раз вверх. Поднимаем колено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ногу. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаем. Плавно потихоньку встали на четвереньки. Начиная с правой ноги. Правая нога вперед. И немножко стопу внутрь, влево. Ягодицу опускаем потихоньку вниз. Тянем мышцы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И пораженную сторону меняем. Левая нога вперед, стопу немножко вправо и опускаем. Тянем. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выравниваемся и плавно с прямой спиной поднимаемся наверх.